Ну, сейчас предмет как бы просто полуостровом, но так как Ярцель это является районным центром, но перед тем, как, кстати, носит его уже название, улица Федорова, да? А раньше она называлась на... Руководитель. И строительство так, потому что можно было приехать на эту факторию, и находилась она на Южном Ямале. И спустя несколько лет одним из начальников, первым начальником этой фактории был Федь Думик. А сейчас вот тут уже, куда не пройдешь, уже, можно сказать, чуть ли не город. Фактории. Кудровое население факторию называло так, потому что можно было приехать на эту факторию и узнать, например, о новостях каких-то в обмен на пушнину и мясо их. Самойлова Глафира Григорьевна. Кукарского немножко был ранее предоставлен. Раньше стал трудиться. Я с удовольствием, Татьяна Васильевна, вас поздравляю. Желаю вам учреждению такую же славную историю дальше хранить, процветать, этот знак где-нибудь на почетном месте так оформить. Обязательно мы разместим, так как действительно наша трудовая сберегательная касса была открыта 31 января 31 года, и в 16 году нам будет 85 лет. Поэтому спасибо.